Сейчас мы вам продемонстрируем отработку команды ко мне. Порода бигль, возраст 3 месяца, кличка Хейт. На первом этапе заведите такой подсумочек, туда наложите лакомство, и все команды подкрепляем лакомство. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Хорошо, место. Гулять. По команде гулять собака должна гулять. В это время можно поиграться с ней, заодно подготовиться к отработке команды ко мне. Команда ко мне – это сложная индивидуальная команда. На первом этапе отрабатывайте в одиненных местах, без посторонних раздражителей. И обязательно на первом этапе эту команду подкрепляем лакомством. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. Ко мне. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо, ко мне. Гуляй. Ко мне. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Гуляй. Малышу 3 месяца. Порода бигль. Девочка. Красавица. Гуляй, гуляй, Хелли, гуляй. Ко мне. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. На первом этапе отработайте команду рядом. Команда рядом дисциплинирует собаку. По команде рядом собака должна находиться с левой стороны. При остановке сесть с левой стороны. Команда рядом подается. При начале движения, поворотах, остановках, разворотах подается команда рядом. То есть недельку-две поводите собачку на поводочке, отработайте команду рядом. Затем основные команды будете подключать по этапу. Хорошо, рядом. Повторили команду, гладили, дали лакомство. Рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Место. То есть это мы вам продемонстрировали отработку команды ко мне. Порода бигль, возраст 3 месяца, кличка Хейли, свою работу окончил.